Выгода максимум. Но давайте разберемся, потому что наша задача не просто сегодня мотивационно запустить, похлопать, потанцевать и так далее. Наша задача понять, как этот инструмент поддержит мой бизнес, как я смогу с ним расти и как он поддержит моих ребят, которые сегодня сюда не приехали. Давайте начнем по порядку. Мы говорим сейчас о новичках, мы говорим о консультантах, мы говорим о продавцах. Мы говорим о тех, кто сфокусирован либо на личном потреблении, либо на построении личного товарооборота, на продажах, и он только делает еще первые шаги в бизнесе. Это еще не менеджер. Его основной доход, давайте вспомним, какой самый первый доход у человека, когда он приходит в Oriflame, это немедленная прибыль, которая составляет сколько процентов? Абсолютно верно. Это первый доход, который получает человек, когда он приходит в Oriflame. Когда он начинает строить свой первый оборот, когда он начинает строить свою первую, пусть еще небольшую структуру, он начинает получать объемную, которая может составлять 3, 6, 9, 12, 15 и так далее процентов. Вот это тот база, та фундамент, на которой строятся первые шаги консультанта. И сейчас программа «Выгода максимум». Вот посмотрите, очень ведь хорошо получается. Человек только пришел, и ему, с одной стороны, еще много всего неизвестного, непонятного. И, ну, согласитесь, он не всегда понимает, вообще ему это надо или нет. Готов он или нет. И для человека на этом этапе самое важное – это попробовать и почувствовать свою максимальную выгоду. Чтобы вот сейчас, сегодня, когда я зарегистрировался, разместил свой первый заказ, я получил свою максимальную прибыль. Поэтому программа «Выгода максимум» будет в первую очередь поддерживать ваших новичков, ваших консультантов, ваших начинающих продавцов, чтобы они уже на первых шагах смогли не выходить постепенно сначала на 3%. Круто, классно, да, но это 3%. Потом 6%, потом 9%. Это занимает достаточно продолжительное время. Мы хотим, чтобы ваши консультанты сразу же почувствовали эффект от того, что они в Oriflame. Поэтому программа «Выгода максимум» сразу же вместо объемной скидки, начиная с уровня 3%, начиная с уровня 150 баллов бонуса, гарантирует 10% от личного оборота. Выгоды. Таким образом, ваш новичок, когда он только приходит, он будет получать не 23%, 26%, 29%. Он фактически будет получать 30% гарантированной выгоды от личных продаж. Это важно по двум причинам. Это важно по двум причинам. Первое – это его первая выгода. Это первая выгода, которую он начинает получать в Oriflame. И вторая причина – это то, что новичок смотрит, а какие предложения есть у других компаний еще. И мы знаем, что 30% гарантированной выгоды на первых шагах уже в Oriflame – это отличное, сильное, конкурентоспособное предложение, с которых можно приглашать и будущих бизнес-партнеров, и потребителей, и консультантов-продавцов. Понятно примерно, как это работает? Непонятно, да? Вот, спасибо. Вот я чувствовал, есть честные люди в зале, да, непонятно. Давайте, поэтому давайте разберемся. Смотрите. Итак, давайте для начала разберемся, для кого это, потом для чего она нужна и как получить эту выгоду максимум, как получить эти 10%. Итак, как я уже сказал, эта программа в первую очередь сфокусирована на том, чтобы поддержать ваших новичков, ваших консультантов начинающих, ваших начинающих продавцов, когда они делают первые шаги, когда они делают еще свой небольшой оборот, 150, 450, 600, 900 баллов бонусов, чтобы на этом пути до этого оборота дать им возможность получить что? 30% минимум выгоды от личного оборота. То есть вместо 23%, вместо 26%, вместо 29% от личного оборота новичок получает 30%. Сейчас мы с вами еще чуть подробнее с этим разберемся. Смотрите, я размещаю заказ на 150 баллов и выше. И в этот момент включается программа «Выгода максимум». Вместо своих 3% я получаю 10%. Проходит какое-то время, я начинаю увеличивать свои обороты, и я выхожу на 6%.
И все еще работает программа «Выгода максимум». Я получаю не 6%, я получаю 10%. Дальше, когда я выхожу на 9%, вам уже нравится, да, я чувствую, я выхожу на 9%, и в этот момент, в зависимости от того, как я строю свою структуру, в зависимости от того, как у меня распределяется товарооборот, программа «Выгода максимум» уже считает и смотрит, ага, в этот момент что тебе выгоднее, получать свою объемную скидку, она больше, или все-таки 10% вот этой программы «Выгоды максимум», они еще больше, чем твоя объемная скидка. Программа «Выгода максимум» анализирует каждый ваш каталог и определяет, что больше. Как только выгода от вашей объемной скидки превышает выгоду от этих 10% от личного оборота, то программа «Выгода максимум» выключается, и в этот момент, скорее всего, вам нравится, да, как работает? В этот момент, скорее всего, вы уже, ваш новичок, он уже точно на уровне 9%. Возможно, он уже на уровне 12%. Это уже не новичок, это уже не консультант, это уже менеджер. И мы хотим, чтобы этот менеджер сейчас не только фокусировался на личных продажах и на продажах, на рекомендации в принципе, мы хотим, чтобы менеджер фокусировался на том, чтобы приглашать в Oriflame, растить таких же менеджеров, управлять организацией, квалифицироваться на менеджерские конференции, расти до уровня директора, не останавливаться на уровне 12-15%. Мы хотим, чтобы его фокус был уже не на личной выгоде, а на росте, на формировании команды, на том, о чем мы сегодня говорили. Анна Кирдянова, Лена Туганова, когда они говорили о том, что если ты хочешь быть старшим бриллиантом, исполнительным, команда – это то, что тебе поможет. Итак, для кого, для чего и как получить? Мы с этим еще обязательно, вы с ASM-ами будете разбирать конкретные примеры. Задача, чтобы вы сейчас ухватили и поняли общий принцип, который говорит, для кого? Для новичков, для консультантов, для продавцов, то есть фокус для них в первую очередь. Для чего? Получить гарантированно 10% от объема продаж. Вы сейчас можете приглашать, говоря, приходи в Oriflame, размещай заказ на 150 баллов и получай гарантированно не 20%, а 30% от объема продаж. Пока доход от объемной скидки не будет больше, чем твоя выгода максимум. В этот момент программа «Выгода максимум» понимает, что поддержка на этом закончена, все, человек уже вырос, он уже начинает уверенно шагать по лестнице успеха, она выключается, и уже человек идет со своей объемной скидкой. Итак, 10% от объема продаж или объемная скидка, в зависимости от того, что больше. С этим разобрались. И как получить эту выгоду максимум? Разместить заказ на 150 баллов и выше и начать получать вот эти 10%. Или, когда ты доходишь до уровня 9-12%, уже переключаться на объемную скидку. Итак, если очень просто, выгода максимум – это 30% гарантированной выгоды. Это то, с каким сообщением мы пойдем к нашим новичкам, к нашим консультантам. Это то, с каким сообщением мы будем приглашать в Oriflame. Важно отметить, конечно, когда происходят изменения, вообще изменения, мы привыкли к тому, что изменения всегда воспринимаются очень настороженно. Вроде бы интересно, но страшно, а будет ли лучше, а будет ли хуже. И поэтому, возможно, сейчас на душе тревожно, а будут ли мои любимые 50% на любимый продукт следующего каталога? Да, будут, остаются они, все будет. И мало того, для тех, кто сделает еще, мы решили для вас немножко усилить программу, и для тех, кто сделает следующих каталогов, вот в эти периоды 150 баллов бонуса получит возможность заказать любой парфюм с 50% скидкой дополнительно. Итак, программа «Выгода максимум» – самый первый запуск, который мы делаем, фундамент вашего успеха. На основе плана успеха, каталога, тех программ, которые действуют, теперь есть еще один фундамент – это программа «Выгода максимум» – 30% гарантированной выгоды. Это только первый запуск. Но